Современные системы энергосбережения должны дойти до каждого дома. В Чебоксарах открылась уникальная инновационная площадка, оснащенная комплексом новейшего энергоэффективного оборудования. Представленное уникальное оборудование позволяет экономить энергоресурсы на предприятиях и организациях. Центр также предлагает практические решения по экономии в бытовых условиях. Специалисты показали все возможности автоматизированного управления освещением и комплекса мониторинга электропотребления, приборов учета и других выставочных образцов. С созданием этого центра население получит информацию практически полную, доступную, в доступном виде, какими способами они смогут сэкономить тот или иной вид ресурсов. Это, соответственно, установка приборов учета современных, светильников, ламп. Это все отразится на оплате коммунальных услуг и, соответственно, на бюджете каждой семьи. В центре оборудован зал для проведения рабочих встреч и семинаров. В первую очередь он будет служить площадкой для обучения специалистов управляющих компаний, ТСЖ, промышленных предприятий и организаций. Функционировать в полном объеме центр начнет уже после новогодних и рождественских праздников. Иван Моторин, ознакомившись с площадкой, отметил, что центр будет иметь большое значение для всех слоев населения. Конкретная экономия энергоресурсов сегодня становится реальной необходимостью в каждом доме. И модернизация экономики в этом направлении не может быть успешной без использования энергосберегающих технологий и оборудования. Данифа Тагирова, Андрей Спиридонов, Республика.